У жителей и гостей Владивостока есть возможность почувствовать вкус японской осени. В эти дни в приморской столице проходит гастрономический фестиваль «Осенние вкусы» префектуры Ниигата. Шеф-повара ресторанов готовят сеты блюд в японском стиле. Сегодня мы будем готовить сет, в который входят две закуски, суп и горячее блюдо. И в завершении сета десерт из хурмы. Достаточно сытный, вкусный сет из продуктов, которые предоставили нам с префектуры Ниигата. Первое блюдо – салат с ламинарией и овощами. Казалось бы, состав прост и знаком – огурец, морковь, яйцо. Однако из необычного – водоросли, которые в сушеном виде доставили из Японии. Далее суп-лапша удон, приготовленный с использованием традиционных японских ингредиентов. Для приготовления супа мы используем бульон на основе рыбного и с добавлением концентрата из тунца, соевого соуса и морских водорослей. Часть сета готова – суп удон, салат и закуска танака, которая состоит из бобов, стрелок чеснока и маринованных грибов шиитаки. Далее горячее блюдо. Это рис, японский рис с яйцом и зеленью и курица кацу. Курица кацу готовится с кляром, в который входит у нас карри, вот, жарится во фритюре. Мастера-кулинары поливают курицу соусом, посыпают черным кунжутом и подают с японским рисом касихикари, имбирем и водорослями вакаме. И вот темпура кацу с рисом готова. Завершает сет десерт. В состав десерта входит карамелизованная груша. Это является тоже национальным фруктом Японии. Крем маскарпоне, сливочный и шарик из хурмы. Хурмы является, это осенний фрукт Японии, тоже считается национальной. Уже в первый день ресторанного проекта жители и гости Владивостока проявили интерес к блюдам из продуктов префектуры Ниигаты. Сам гастрофестиваль продлится до 25 ноября. Гости нашего кафе берут охотно сет, и им нравится. То есть мы слышим отзывы довольных. Ниигата является одним из самых первых городов-побратимов Владивостока. В префектуре находится множество производителей высококачественных и достаточно оригинальных для приморцев продуктов питания. Поэтому и было принято решение познакомить жителей края с традиционной кухней Японии с помощью проекта «Осенние вкусы Ниигаты». И у всех, кто неравнодушен к азиатским разносолам, есть в эти дни возможность открыть для себя новые вкусы и очарования кухни японской префектуры в исполнении профессионалов своего дела. Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.